Обычно вы жалуетесь, что кремы не разглаживают морщины под глазами. В последнее время эта жалоба, она еще и присоединилась к тому, что крем для век не дает достаточного увлажнения. Но появился еще один нюанс. Крем для век провоцирует или усиливает отек. Сегодня я покажу вам такие, которые его не только не усугубляют, это как минимум, но и будут те, что улучшают ситуацию. Безусловно, каждый из них должно еще разглаживать морщины и увлажнять. Начнем все-таки с патчи. Сухая отечная кожа и любая сухая нормальная, которая нуждается в питании, в разглаживании морщин, это Айн Лип с лососем и пептидами. У меня от них кожа аж внутрь втягивается. Это работа пептидов, конечно. Никакой кофеин такой эффект не дает. И долго их не было, очень долго в продаже. Сейчас они есть везде. Тем не менее, рекомендую брать в магазинах корейской косметики, не на маркетплейсах. Дело в том, что эти патчи более требовательны к хранению, чем любые другие. Ссылки оставлю, где что найду. Но они дают эффект только на сухой коже, преимущественно. Сухая и нормальная. Для комби и жирной рекомендую патчи от Эльсоник с комплексом из морских минералов. В них меньше эссенции, чем в предыдущих. Вашему типу кожи много и не нужно. Если перенасыщать кожу, морщины не разгладятся. Эти увлажняют умеренно, отеки снимают, морщины разглаживают. И те, и другие патчи я уже показывала и часто их рекомендую. А из нового мне понравились вот эти от Aesthetic House с вытяжкой из икры. Она в составе прописана отдельным компонентом и даже указана его концентрация. Что мы получаем с икрой? Она здесь черная, но это не так важно. Красная нисколько не уступает. Жирные кислоты, в частности омега-3, витамины А, Е, Д и Ф. Последние в организме отвечают за разжижение крови и предотвращение образования тромбов. Под глазами, благодаря в том числе и ему, мы имеем дренажный эффект. Снимайте их, пока они до конца не высохли. Они работают довольно долго, то есть через 10 минут они еще будут достаточно влажными. Где-то минут 15, может быть 20 им требуется, но когда почувствуете, что они подсыхают, снимайте их. Затем дораспределите руками массажными движениями от носа к периферии оставшуюся сыворотку. Разгладится все. Все впитается при этом, никакой жирности под глазами не будет, они просто классные. У всего лица будет другой вид, посвежевший. Самое лучшее для сухой, нормальной кожи, также для любой кожи, даже жирной, если вы ощущаете в орбитальной зоне сухость. Это от Медипил. Она гелевая, вязкая, очень хорошо увлажняет. На один глазик нужно всего одну капельку. Распределяется хорошо, легко. Здесь главное, что нужно знать, наносить много – это ошибка. Так вы морщины не разгладите. Одно легкое надавливание на помпу и достаточно и на верхнее, и на нижнее веко. Если хотите что-то полегче и более приемлемое по стоимости, то с очень хорошим разглаживающим эффектом это Уверифик сыворотка с пептидом змеиного яда. Она предназначена вообще для лица, но этот состав, как вы уже наверняка знаете, работает великолепно именно на гусиных лапках и на всех морщинах, которые формирует мимика. Пептид миорелаксан как раз такими морщинами работает лучше всего. Она легкая, лишь слегка маслянистая, прям капельку, а так увлажняющая, распределяется тонко, лицо гладкое, в общем, она мне очень нравится. И я хочу напомнить, все увлажняющие антивозрастные сыворотки мы наносим обязательно на кожу век. Также мы поступаем и с ночными масками. О них будет отдельное видео. Переходим к кремам. Самый легкий с зеленым чаем и гиалуроновой кислотой. Вот эти два компонента, кстати, всегда гарантия, что текстура будет очень легкой и не вязкой. Конечно, в составе есть пептиды. У Медипил большая часть косметики содержит активные возрастные компоненты. Крем быстро впитывается, очень понравится жирной и комби кожи. Также как нельзя лучше подходит для нанесения поверх
сыворотки, так вы не получите пирог под глазами. И здесь больше стандарта 40 мл. А вот этот крем, это мое открытие года, наверное. Хотя я не зарекаюсь, но я очень рада нашла, что вот этот крем, он также легкий, но увлажнение в нем чуть больше, чем в предыдущем. Здесь также больше растительных компонентов, что крайне полезно для кожи. Водоросли в качестве источника морского коллагена. Ресвератрол, мощнейший антиоксидант, который содержится в кожуре винограда и в орехах. Также непосредственно аскорбиновая кислота в ее стабильной форме. Считается, что она заметно выравнивает тон, осветляет его, стимулирует синтез коллагена и выступает, конечно, как очень сильный антиоксидант. Ну и, конечно, пептиды. В антивозрастном креме без них, ну, просто никак. В общем, для взрослой кожи любого типа очень хороший крем. И в нем также 40 мл. Это прилично, можно не экономить. Он легкий по текстуре, но дайте ему немного застыть, затем дораспределите. То есть эффект будет более заметным, если вы будете наносить крем в два этапа. Нанесли, вам кажется, он слишком легкий, нужно подождать минуту, пощупали веко, крем становится более липким. И еще раз дораспределите его. Так он разгладит кожу и разгладит все морщины и зафиксирует их. Но если у вас очень сухая кожа под глазами и ни один крем не дает эффекта увлажнения, то вот этот самое то. Это самый увлажняющий крем с муцином улитки от G-God. Он не тягучий, хоть и улиточный, но на коже будет слегка липким и питательным ощущаться, при этом не жирный. В нем 50 мл, и его можно наносить на любые участки лица. В конце хочу еще напомнить, если вы настроите свой уход и он не будет нарушать водно-липидную мантию вашей кожи, если после очищения вы не чувствуете стянутости, не пользуетесь сильными абразивами и не слишком налегаете на кислоты, то кожа под глазами не будет сильно иссушаться. А коже век, как и коже шеи, кстати, уделяйте особенное внимание. Она самая тоненькая, подкожного жира там нет, и ей нужен как раз усиленный уход. Вот на этой мантре я, пожалуй, закончу обзор. Но если еще что-то эдакое найду, то обязательно поделюсь с вами. И в первую очередь, конечно, в Телеграм. Всем удачи, хорошего настроения, всех однозначно целую и до новых встреч.